Что-то любимое, что пересматриваете? Конечно, у меня большой достаточно запас прочности. Я обожаю советское кино. Я фанат советского кино. Я знаю наизусть, как раньше вел футбольную статистику, кто на какой минуте когда забил, помнил и так далее. Сейчас тоже помню. Я еще, слава богу, помню. Помню также каждый советский фильм, в каком году выходил, кто сценарий, кто в главных ролях и так далее. Плюс еще даже могу вести, я помню такие вещи, как запахи. Запахи для меня очень важны, на самом деле, понимаете? Вот я помню, что вы ими живете вообще, запахами. 100%. Я помню, допустим, как в 86-м году пахло на улице Сурикова в Иркутске, вот там сирень, которая находилась у деревянного дома, понимаете? И там запах Байкала, естественно. То есть я не знаю, слышали, по датам даже. Слышали вот эту вещь, которую я сейчас скажу или нет, но бытует мнение, в том числе и у психологов, что люди, у которых очень острое обоняние, очень острое восприятие запахов, их на самом деле что-то от 3 до 5% в мире. Эти люди, как правило, обладают, извиняйте, дядьку, гениальностью. Это не про меня, точно я не слышал. Может быть, да. Вот рассказываю. Рассказываю. Когда я узнала о том, что у вас с запахами существует какой-то свой мир, в котором живут они вместе с вами, и как-то вы к ним возвращаетесь, я как раз вспомнила вот это, вот эту статистику, от 3 до 5%. Так что я думаю, вы попадаете как раз в эту категорию. Точно не попадаю. Вы знаете, имеете право. Если мы говорим об иронии, и о моих родителях, которые меня не то что правильно сориентировали с детства во всех отношениях, но еще и научили меня воспринимать разные вещи, когда вот надо сюда впустить, а тут мгновенно нужно выпустить. То есть вам удалось таким образом звездной болезни избежать? Ну, не то, что звездной болезни, но мне просто я воспринимаю как большую хохму, то, что это все происходит. То ли хорошее, то ли плохое, для меня это... Неважно. А вам с легкостью давалась всегда музыка? Может быть, поэтому воспринимается это как... Ну, для меня каждый выход на сцену, как я вам говорил сегодня, что это для меня как праздник. Я очень много смеялся всегда, да и сейчас бывает очень часто. Над тем, что вы делаете? Все, абсолютно. Иногда над собой так могу поржать, что мало не покажется. А стыдно бывает? Бывает. В музыке? Бывает. Я вообще очень недоволен своими концертами, как правило. Слава богу, понимаю, что это еще все, по большому счету, на начальной стадии находится. Вы недовольны, вы их потом прослушиваете и что-то меняете? Я ненавижу свои записи, я помню свои ощущения на концертах, когда были. Вот, к сожалению, для России большинство своих удачных концертов я играю вне России. Это при том, что вы всегда говорите, что российская публика самая... Самая сложная, самая непонятная, самая труднозавоевываемая, самая... трудно раскручиваемая. А почему это? Не знаю. Загадочная русская душа, не знаю. Во-первых, потому что... По-моему, это все байки, загадочная русская. Да никакая не загадочная, все раскладывается по полочкам. Может быть, но вот и я думаю, что здесь все-таки играет то, что они меня знают очень давно. Я много раз уже играл во всех городах и весях. 75 городов, наверное, не под 10-15 раз я был в каждом городе. Играл огромное количество программ и... Конечно, это безумно сложно. Каждый раз удивлять, каждый раз подтверждать, каждый раз планка, соблазнять, планка, если хотите. Все выше и выше. Не то, что выше, хотя бы закрепить то, что было в прошлый раз. Это очень сложно. Кстати, говоря вот о публике, мне кажется, что американская публика вам виднее, вы меня поправите, если я не права. Вот когда они пришли получить удовольствие за свои деньги, они его получат. Не имеет значения, что будет происходить. Хорошо то, что происходит на сцене, плохо это. Я была бывала на... очень известных, знаменитых мюзиклах, с которых мне хотелось просто уйти, потому что там не было даже
известных мюзиклах, не буду называть, там просто до такой степени, что не было ни одной запоминающейся мелодии, ни одной арии, и мне хотелось уйти. А вся пресса и люди это хвалят. И американская публика, естественно, ни один человек не ушел из зала, потому что они заплатили там свои $150, они должны их отсидеть. А русская публика, русские люди, мне кажется, что они немножко подозрительные. Они обманут ли нас? А что это он там собирается делать? Нет, может быть, поэтому русская сложнее публика, ее раскачать сложнее? Расскажу вам два момента. Первый раз, когда я приехал в Америку, после моего концерта, когда все встали и начали кричать «Браво!», я подумал, вот он, триумф-то где. А на следующий день пришел в этот же зал, на концерт какого-то скрипача случайно зашел. Абсолютно не выдающегося, мягко говоря. И так же они встали, кричали и ушли. То есть я права, да? Я не понял, а что же такое происходит? Это не значит, что на каждом концерте здесь гениальные овации, но тенденция есть. Есть традиции, они в конце встают, это нормальная история. Но у меня другое, так сказать, не то, что непонятно. Вот опять же загадочные русские. Почему вот американцы или не только американцы, в Англии, в Берлине, в Швейцарии, люди садятся в свои роскошные автомобили, едут в ресторан, потом идут на концерт, потом садятся в роскошные автомобили, уезжают себе в теплые дома, ложатся спать, да, выкладывая, так сказать, деньги за билет. Почему русские люди, выкладывая последние деньги за билет, живя на окраине, идут по морозу на автобус, ждут автобуса, садятся в метро, идут пешком до зала, отдают последние деньги, идут, и что-то там ведь происходит. Почему-то же они это делают. Это в любом городе, я вижу это, я знаю при себе, я знаю, кто туда ходит, какая публика. Почему они идут за последним глотком, что ли, в таком, может быть, даже и не... Вам, наверное, сейчас уже, конечно, в хороших залах, да, приходится играть. А были времена, когда, там, я не знаю, мы ездили на гастроли в Сибирь, тот же Алтайский край, да. Когда в зале минус 20, на улице минус 40, а в зале минус 20. Они сидят в варежках, аплодируют. То есть звука нету никакого. Они сидят, аплодируют. А ты стоишь на сцене, у тебя пар изо рта, ты поешь. Я понимаю, что, наверное... Ну, такого не было. У вас это просто такого быть не может. Ну, боже, но есть еще там сохранились какие-то вот такие чудовищные залы из тех времен? Слава богу, в России сейчас в плане концертной деятельности и уровня уже организации там стало... Все получше. Все хорошо, слава богу, да. Ну, бывают какие-то конфузы, бывают разные ситуации, но... Ну, конечно, минус 20 я не играл, еще, может, придется на себя. Не надо, пальчики мерзнут. Да, ну, наша публика, она уникальная все равно. Если мы говорили о кино, конечно, у меня многие разные потрясения за последние годы. Это я абсолютно огромный поклонник Вуди Аллена, который каждым своим фильмом просто раскрывается по-разному, он удивляет. Это феноменальный человек. Там находите каждый раз, наверное, что-то новенькое. Да, абсолютно, для себя впечатляет. Абсолютно с молодым драйвом такой, в общем-то, не мальчик уже, иногда играющий на кларнете в этом джазовом клубе здесь. Тоже играющий. В Нью-Йорке, да, кстати говоря. Конечно, Феллини Антониони, это классика, я обожаю, пересматриваю много раз, с собой беру фильмы, они меня заряжают. Вплоть до наших советских комедий, которые до сих пор я пересматриваю, которые становятся лучше. К сожалению, вот уходят, Тихонов Вячеслав скончался недавно. Прямо просто, год какой-то, да, один за другим. Да.